Еще на подходе к стадиону поддержка команде уже была обеспечена. Пусть и небольшая, но все же очередь у билетных касс почти за час до игры навевала мысль на аншлаг хотя бы на западной трибуне. В итоге почти 5000 поклонников предпочли прямой трансляции живой футбол. Надеюсь, что команда проявит себя, покажет, на что она способна, выиграет этот матч. Надеюсь, сегодня победим. Хотя бы 1-0 тоже будет хорошо. Ну, новые игроки, приобретения. Посмотрим сегодня, как они себя проявят. Ну, 2-0. Наши выиграли, даже Губкина выиграли. Если раньше в апреле все только начиналось, то матч Русич и Губкин стал уже 31-м для обеих команд в чемпионате, а 4 июня будет днем последнего тура сезона 2011-2012 годов. Подопечные Лузякина начали встречу гораздо активнее. В составе Русичи вышли на поле сразу трое новичков – Панин, Ткачев и Рудаков. Но только последний примерил майку орловчан впервые. Русичи начали обстрел ворот гостей с дальней дистанции. На ударных позициях оказывались Шелютов, Поляков и Юткин. Гол все же состоялся, но в наши ворота и, к счастью, из офсайда. В концовке тайма Польшин бил головой в упор, но выше ворот. Гости же за весь тайм не нанесли ни одного удара по нашим воротам. Изначально еще после вчерашней тренировки мы избрали так называемую тактику «бей вперед и борьба». Ну, по большому счету, на этом поле, в принципе, так и было. По большому счету, счет 0-0 нас и не устроил. Вторая половина началась с блестящего сейва Хоркина. Передача Мирошкина в штрафную, адресата не нашла. А решиться все могло на 78-й минуте, поставь судья на точку после сноса Полякова в штрафной. Тут же наш капитан элегантно перебрасывал мяч через Телкова, но не точно. Увы, голов в этот вечер болельщики так и не дождались. Ничья 0-0. Можно сказать, что счет закономерен, ничейный результат. Моменты создаем, мы не можем просто их реализовать. Я надеюсь, что все-таки, может, ближайший игрок нас прорвет, и мы как бы реализуем тот потенциал, который у нас все-таки есть в линии атаки. Следующий матч орловчане проведут 23 апреля в Рязани, а дома увидим команду 29 во встрече с саратовским «Соколом». Андрей Жиляев, Андрей Борискин и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».